Папа Чиз, а.к.а. самый опасный базучик в метро, представляет. Самый эпичнейший ролик за всю историю человечества. Тут будет много бум-бум, поэтому присаживайтесь поудобнее и погнали смотреть ролик. Ну а еще не забудь поставить лайкосик и написать комментарий, потому что я читаю все, что вы пишете. Не забудь пристегнуть ремни и всем приятного просмотра. Офигеть тут этих тоннелей. И вот я знаю, чем я буду заниматься на этом сервере. Я буду завоевывать метро. Метро это пушка. Ну или нет. Ну короче, не важно. В любом случае, я построюсь возле метро. Тут война. Тут война. Тут война, Димасик, быстрей. Услышав замес, я попытался утащить какой-нибудь лутецкий. Но не получилось. Я заспавнился неподалеку от этого места снова. Ведь там было самое топовое место, чтобы начать стартовать и захватывать метро. Хали-гали, та-тара-тара. Нам с собой было супер. По пути я заглянул в супермаркет, полутался, отъелся и побежал в сторону мусорки. Ну и прописал себе, как обычно, админский камень, чтобы порубить дерево. А если я построюсь где-то на речке или здесь, это шикарное место. Я думаю, на этом острове тьма людей. Сейчас бы мне каких-то фармилов поймать неподалеку от этой мусорки. Иди сюда, персик. Плюс ткань. Арбалет валяется. Чего? Зайдя на сервер, у меня сразу же была цель. Захватить метро, а для этого мне нужен был второй верстак, и как можно скорее. Поэтому я перерабатывал все свои компоненты. Кирка, топор. Буду все перерабатывать, поставлю второй верстак и смогу спокойно уже чистить метро. И пока я искал место для строительства, я попутно заглянул на островок, который был неподалеку от меня, и увидел, что там стоит какая-то клонина. Чувствую я, мне будет здесь очень весело. И наконец, добежав до метро, я решил отстроить самую просторную чизерку. Буквально один на один. Офигеть тут этажей! А если вот так вот сделать? Лол! Стой, стой! Нет! Чего? И как я понял, лифт в этом метро нужен только для подъема. Я понял. Неплохо. Я как бы мастер спуска уже. Ой, так возле меня сразу блокпост, который я могу чистить. Жесть. Они просто на меня толпой вышли и забили. После первого погружения я понял, что там водятся клановые игроки, и решил попытаться спуститься туда еще раз. Как пострелял? Ну. О, привет! Да иди нафиг! Короче, я на спокойствии скрафтил Иоку и вернулся туда снова. Сколько тут этажей? Первое время спуститься в метро в мою станцию было практически невозможно. Я решил не терять время и немножечко обустроить свой домик, ведь соседей у меня было реально много. Ну и заодно у меня было в планах поставить первый верстак. Мне нужен первый верстак.
Ух ты, что я могу поставить? Так, отличный домик у меня получается. Осталось скрафтить композитку. Спуск был какой-то супер турбо спуск. В метро, наверное, сейчас просто миллиард людей катаются. Но у меня есть план на этот счет. Ха-ха-ха! У меня же тут изучены базуки и скоростные ракеты. Оп. Оп. Минус один, но походу я отсюда не вывезу этих ботов. 27 хп. И в метро зачищать ботов оказалось супер легко, даже в соло и с композиткой. Минус два. С них патроны, компоненты падают. Так это вообще изи старт получается. Тут еще и ящики есть. Отдыхай. Плюс еще один шприц. И еще один шприц. Так это супер выгодно, можно с композиткой это спокойно чистить. И вот столько компонентов я нафермил буквально за 5 минут. Вау. Мне кажется, на второй верстак я сейчас нафармлю просто за мгновение, так сказать. Что-что, но выглядит это очень атмосферно. Я перерабатывал абсолютно все компоненты. Мне нужен был второй верстак, чтобы скрафтить первые пушки. Ну и наконец я смог скрафтить себе первую пешку. Первым делом я решил познакомиться с моими соседями, которые фермили постоянно вокруг моего домика. Ну, привет. Ну ты нахуя ты это делаешь, гиб***ю маленькая? Сос, б***ь. Ну, деревце мне это пригодится, спасибо. Hello, bro. Hello. А, ты русский? Да. Что ты где живешь? Я недалеко, да-да. Вот мой шикарный дом. Хм. Ботов тут нет. И ящиков нет. Но там есть тип. Увидев вдалеке фонарики, я решил за ними последить и дождаться того самого момента, когда они разделятся. У него калаш? У него тоже калаш был? Сейчас я это засейвлю и вернусь. Одному реализовать мои планы по метро было на грани невозможного, поэтому ко мне присоединился мой друг. Алло. Ну и где ты был? Да, я захожу. Мне оставалось всего лишь доехать до его базы, которая находилась тут. Я засейвил шмоточки, которые прятал, и отправился в этот долгий путь. Так,
мне нужно ехать до сателлиток. А это нам получается в обратную сторону. Так, ботов я трогать не собираюсь пока что. Ой, сколько тут ботов. 30 топки хватает проехать почти полкарты. Ух ты, ё-моё! Кровать выпала. Берданка. Два типа ко мне приехали. Кубик, это ты? Да. Что ты тут делаешь? А где был лучник? Вот он прибежал. Иди, да. Так я не знал, что это ты, я думал, все. Нормально. Здрасте. Вот это поворот просто. Ну ты меня напугал, конечно, Василий. А я вижу бомж какой-то бежит. Ну сейчас я убью. И тут кинстик вылетает с Томпсона. Я такой вообще ничего не понял. Смотри, сколько ящиков. Там впереди типы. Я уже понял. Сзади, 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 в туннелях. Смотри, смотри, через всех ботов побежал. Он умер. Нормально. Меня? Слушай, так тут миллиард труп у меня уже. Сейчас приедем домой и будем крафтить ракеты. Кубан играл с первого дня вайпа, и домик у него, скажем так, был самую малость больше моего. Зайдя в его домик, мы накрафтили немного скоростных ракет и отправились в метро. Куда поедем? Я думаю, где-нибудь лагерь бандитков, там пацаны фармят, чем на лаунж-сайде пацаны. Смотри, фармят. Можно через аутпост поехать вниз, через бандитку, вот такой круг сделать, потом там круг сделать через аэрфилд и поехать. Давай наверх. Тогда на бандит. Ну, мне все равно, ладно, ты. Let's go. Давай, да. Поезд отъезжает. Давай, доставай пеку нашу. Дилда Бэггинса? Дигл Бэггинса. Ну ты должен как настоящий мужик вот так вот встать вперед. Это я должен тут. Как в Титанике, да? Ищем пацанов теперь, чтобы... Не готов выносить их. Торможу. Мимо! Это бомж. Это бомж. Ну, тут кто-то лутал. О! Да, 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 окей. Минус один. Тормози. Было что-то. Блин, на ходу выпрыгиваю. Чувак. Нормально. Топку, я топку заберу. Дай топку. Держи. Трубы надо забрать. О, там эти. Оно не выдержало, я свой мост бахнул. И типа бахнул. И в метро после вайпа постоянно происходили баталии. Пускай, 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 пускай. Топ гир, не, спрячься. Они остановились. У меня одна ракета всего. Их двое. Они выходят. Их много, их не двое, слышь? Я его одного взорвал полностью. Ты жив? Я валяюсь слева. Слева еще один, вдалеке. Ох, я сейчас сильно, конечно, вниз полетел быстро. Тут тип! Сопля, слышь. Посмотри на этого типа, как он умер, смотри. Ладно, поехали вниз. Вагонетка, на нас едет. Мы как раз на той самой линии, слышь. Ракета воздух, земля готова. О тебе. Минус, они живы.
Или нет? Ну я вижу, сзади, как они сзади, сзади, челики, сзади, челики. Тормози. О, чувак! Посмотри! Быстрее за теми, быстрее за теми. Тебе тоже фул, наверное. Убил. Тормози. Easy loot, easy dude, man. О! Еще одна? Еще одна. Минус! Хорош, и там еще давай, один. Давай, 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 за ними. Сможешь? Направо, направо, давай. Почти. Давай, догоняй. Минус. Минус. Сани тоже фул. Да ладно. Минус. Слушай, такое мне нравится. Я готов этим заниматься целую вечность. Все. Мы будем так ровно сейчас, пацанов. Мы нашли секретную тактику. Смотри, тут двое, трое. Минус три. Чувак. Три. Минус три. Посмотри на этого, посмотри! Относим! Прикинь, как им больно! Ты просто представь их боль в этот момент! О, я чувствую этот запах горящего пукана. Просто текаем на нашу станцию, ну нам недалеко осталось ехать. Сколько там скрапа? 1500! Бля, контейнище! Просто третий верстак ехал, ты понимаешь? Третий верстак. Тебе не кажется, что это окуп? Серый нету, в смысле окуп, блядь. Подожди, это окуп. Где? Тебе надо турель офнуть, чтобы я авторизовался. Да, я сейчас. Только одно условие, только порядок, чтобы был. Конечно, я самый порядочный парень. Я тебя, блядь, выселю. Ракетами. Я самый порядочный растер за все времена. Я складываю все ресурсы, как только прихожу домой, сразу по ящикам раскидываю. Не было ни разу, чтобы я луки скидывал к серии, например. Так, где мои кодовые замки? Ресурсики, которые мы выбивали, мы постоянно относили домой, так как у нас дом стоял практически возле станции. Сейчас все будут спамить, короче, видосы метро, 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 метро. Взорвал клан. Слушай, так я так и назову видос. I see you. Мы решили сбегать купить коптер и слетать на зачистку нефтянки. Поехали. Вот он в один в красной комнате. Алло, HP. Где мангал? Где мангал? Убил. Убил? Да. А другой в красный? Не знаю. Это он и был. Хит ему дал. Налево бежит. Убил его. Найс. О, топ-нагрудник. Что там? Слушай, ну так я еще не роумил сильно. С ракетницами. Добро пожаловать в команду ромишек. Ого! Что это такое? Топ-бейзы. Их бахнули? Подожди, они строятся только. О! Нет! Нет! Мы навыбивали огромное количество разного лута и решили обустроить домик. Ну все, я тебе все загрейдил. Все по красоте. Я упал, ноги сломал. Я могу прям десантироваться на самый низ. А ты меня поднимешь. Как тебе идея? Неплохая. Идем. Офигеть, лишь бы меня не кикнуло. Ну и мы решили сбегать на сбитый вертолет, отжать сишки и ракеты. Мне нужно прижиматься, слушай, ты можешь инфу говорить? Да, давай. Я прижимаюсь ближе, ты инфу по ним говори. Слева один бежит. Топ-гир слева.
Где? Ага, я поджимаюсь, вижу. Подожди. За деревянной стенкой, за деревянной стенкой. Дал два хита ему. За деревянной стенкой, только не умри. Да, за деревянной стенкой он еще. Минус два. Там. Дима, сзади. Он у меня. Сзади. А, бомжи бегут. Минусанул. В дверях минусанул еще. Дим, я иду на танк. Вот на коптер. Там коптер лежит. У меня сишка ракета. Я всех убиваю сверху пока. Минус тип. Ты жив? Да, убегал. А, меня убили, забей. Убил двоих. Еще двое. Троих убил. Минус один. Минус два. Один подо мной. Минус три. Тут еще МПшка. Два типа. Одного убил. Меня убили. Вертолетик отжать у нас не получилось. Я взял с собой МПшку и решил вернуться на этот же замес. Please, bro, we just cross. Изи. И чтоб вы понимали, эта кибиточка 2 на 2 стояла неподалеку от того места, где сбили вертолет. Она меня сразу же заинтересовала. Придя домой, я решил накрафтить экспы, чтобы потом скрафтить ракетки. Somebody like to root towards girl open. Я нашел базу типов. 2 на 2 кибу каменную. Так. Оттуда вышел калашист, я его убил. Можем к ним подъехать туда? Там есть метро? Есть, на Совербранче. Блин, хоть пешком тут бежать недалеко. Скрафтив 4 ракеты, мы решили сразу же наведаться в гости к этим ребятам. Давай, подумай. Там кто-то топает? Да. Я еще кого-то бахнул. Он в дверях стоит. А он в буферке. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у них и АВМ, и ресурсов много. Давай. Чекай. Неплохо так арбалетчики жили, не правда ли? И на этом рейде происходила какая-то дичь. Убил. У него калаш был. Давай тогда кроют и застраивайся сверху. Ты жив? Я, да, у меня все хорошо. Убил его. Два потолка дальних. Да, поставь. Сейчас. Еще один. Найс. И стенка. У тебя. Ой, их реально много. Кастрюля, подожди, где кастрюля моя? Он меня убил. Закрой дверь, чел. Закрыл? Ага. Они могут тебя бахнуть, слышишь? Их тут четверо, слышишь? Mm-hmm. Их тут пятеро, два, четыре, пять. Их пятеро. Нормально убил. Не пикай. Закрой дверь, я авторизуюсь. Опа, ты можешь меня поднять? Да, я поднимаю. Отходи. Одного убил. Один фулл дед.
После того, как они понесли потери, они решили удрать, но я их так просто отпускать не собирался. Минус два. У этого все. Ну а как только стало более-менее спокойно, мы схватили весь основной лут и решили отнести его домой. Батик там народу. Так это походу опять это стадо, 6 человек пришло. Да, походу. Они голые вышли. Они голые с пушками. Ну и пушки, которые мы навыбивали, решили продать в нашем магазинчике. Про метро мы тоже не забывали, ведь там обитало огромное количество фармил. А мы любим фармил. Поехали, как мы и планировали, назад, в сторону отпоста. Блин, улетает она офигенно вообще. Тут боты кого-то убивают. Я убил, типа. Мы его переехали. Нет, мы бота переехали. Стой. Давай подвезем его. Не добивай труп. Hello, hello. Dude, I just got here. We're just looking. Oh, don't kill me. I got nothing. We can pick you up. Thank come you. In, come on, it's come, come in, it's yes. Bar. Come here. Let's go. Are you boy? No, I'm female. Sorry. Oh. О, там впереди Дима, Дима, впереди Дима. Понял. Где? Не убил никого. Убил. Минус три. Все, мы всех убили, походу. All dead, I think. Там еще один с питоном. You can loot some stuff. Пусть, 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 калашисты, справа. Калашисты. Калашист справа едут. Убил одного, там еще один, наверное. Он прям под рельсами, Дима. Понял. Под вагоном прям. Вижу его. Где он? Левее, левее ушел. Левее ушел. Он прям. Он под лестницей, под лестницей. Найс! Хорош! Это хорошая вот... работа, Олег! Чё это такое? Ну это было потно, согласись, это было очень тяжело. Перезаряжается очень долго. Где это Рози? Походу она умерла. Либо побежала дальше. Да, по ней. Ты Рози убил. Я не убивал ее. Это бот убил. Мы убивали фармил, сейвили лут и возвращались обратно в это же метро. Искать новых фармил. Они там должны врезаться в баррикады дважды. Отлично, мы сейчас в выгодной позиции. Они походу остановились. Минус! Все! Доездились! Остановочка прибыла! Какие-то бомжи, конечно. Я тут бомжа, блядь. Чувак! Они хотели это, походу, засейвить. Но мы за них засейвим. Из метро мы решили выйти возле бандитки, чтобы купить коптер. Но тут нас ждала засада. Давай тут выйдем. Выйдем, выйдем, выйдем. Давай. Где выход? Я вышел. Я вышел. Стой, где мы?
давайте. Вижу их. Где? Двое впереди. На бандитку ушли. А, нет, вперед ушли. Убил. Еще один может быть. Давай пойдем к бандитке поближе. Капец. Я чуть не сгорел там внизу. Мы переработали все наши компонентики, и нам как раз хватало купить коптер. Потихоньку ресурсов у нас становилось все больше и больше, и желающих зарейдить нас тоже было много. Поэтому мы не жалели ресурсы и укрепляли наш домик. И вот знаете, что я еще узнал? Раньше я никогда не ставил портативный компьютер у себя в доме, но это ж такая имба! Нефтянку чистят. Долго? Антиратчик. Какую? Много? Большую. Одного вижу антиратчика. Где они? Он на самом верху на крыше. Один мертвый валяется. Убил бомжа. Он тут ниже где-то. Тут двое. Минус убил два. Одного? Минус два. Я тоже там убил. Все. Хотя они были, все. Ого! Мы активировали чинук и полетели домой сейвить второй коптер. Ведь у нас было целых 15 минут, чтобы слетать домой и вернуться обратно. Но на этот крейт прилетело просто миллион типов. Не, нас тут убьют. Откуда он стреляет? Да он дал хит ему. Я убил его, нет? Нет, не убил. У него топ-сет был. Он попадает. Меня убили. И на подобный момент нужен второй коптер, который у нас как раз таки был. Давай, где ты там? Найс. Это неплохо. Согласен. К нам летят на коптеры. Минус антирад. Который прилетел? Минус второй. На хеле минус. Где-то сзади меня здесь был. Где мы двоих убивали, кажется. Третий спрыгнул вниз, умер. Вот там, он без базуки, давай-давай. Вниз упал. Он за этой штукой. Он где красная дверька, знаешь такая? Вот да-да-да, вот за ней. Хит ему дал. Подожди, не пушь, у него базука. Он закрыл дверь. А я убил, все. Хорош! Хорош! Ух! Смаз! Е-бой! Уху! А куда нам это все складывать? Нормально, забирай. Базуку крафтить не придется. Отлично. Помните ту кланину, которую я показывал в начале ролика? Да, тех самых, которые живут на острове. Так вот, мы решили ее бахнуть. Но для начала нам нужно было знатно так подфермить серы. А нафермить серы было проще всего через метро. Нет, я бота убил. Я в упоре. Он меня коверит, ты можешь запушить его. А нет, он подожал назад. Он мало хп у него, мало. Но в метро уже было войти не так просто, как было раньше. Многие начали его кемпить, но на этот счет у меня был план. В антираде бегает. Блять, у меня нет двушки. Нет, патронов на двушку нету. Где эти типы? Кого ты стреляешь? Вот тип. Я его убил. Два калаша. Смотри, сколько в типе лута. Тип сверху. Я убил его. Поехали отсюда, я через вентиляцию иду.
Тип. А ты слушаешь? Нет, он. У меня мало хп. Одно хп. Где он? Слева, он сзади, со стороны нас хата. Ты жив? Блять, с двух сторон. Ты жив? Давай мне, Дим. Да, я жив. Ты внизу? Я джаггер цепляю. Не-не, Дим, иди сюда вниз. Дим, уходит. Давай в другую сторону, пошли в другую, просто в другую. С чем они? Да они с двух сторон просто. Тихо. Убил одного, full dead. Не спрыгнул. Он почти умер. Дима! Где они? Они ниже спускаться где? Убил. Двоих? Еще одного убил. Где второй? Убил одного. Еще один убегает. Блять, я умер. Он внизу, он где клетка? Ты придешь сюда? Да-да-да, я тут заспавнился. Один где его, где мы убивали этих? Вижу его. Я запрыгиваю. Ты убил его? Нет, он уполз. Вентиляцию наверх. О, убил его. Хорош. Блядь, Дим, давай в другую сторону, пожалуйста. Надо этих полутать. Ты кого сейчас в руки взял? Сейчас, подожди. Я чуть не сдох. Я просто в джаггере их разнес. Делайте клип. Ну, я ж тебе говорю, джаггер это рабочая острота. И наконец, после всех замесов, мы смогли добраться до этой серы. Нам нужен был буквально ящик, чтобы зарейдить тот остров. И как только мы нафармили достаточное количество, пока плавилась сера, мы решили разбить у них турели на крыше. Понял, это... поправка на ветер была. Минус. О, забегали кто-то там. У них можно любую стенку бахать и в центр буриться. Да, я тебе говорю. Давай ты поведешь, Дим. Не-не, садись. Ладно. Я умер. Отлично тебе. Ну, я бегу. Потом буду плыть. Убил его. С гранником убил. Их там двое. Наверное. Да задолбали эти бомжи! И пока они были в онлайне, мы решили накрафтить побольше ракет, чтобы провести у них небольшой ремонтик. Ну их может быть там много. Но у них антирады. Топсетов у них нет. Томпсон и МП-5 взял. Кровати взял? Да, я взял кровать, все, турет. А. Базуки взял? Базука я не брал. Это с тебя. Взрыв с тебя. Одна базука, я... подожди, одна базука тоже? Понятно. Веселиться. Сразу проводи. Турку. Авторизовался. Давай, топ. Ты провод дал? Провод у меня. Подожди, провод выпал. Чувак, у нас нет провода. Ну а дальше вы увидите, как действуют лучшие рейдеры. AKA 20к часов на команду. О. Ракетами, да? Нет, там дальше тоже сышки. Вот сюда. Вон туда бахаем, в гаражку. Я бахнул себе много. Отойди. У них металл потолки, слышишь? Нет, у них работа, МВК, мейн. Я понял.
Бахай, бахай туда. Куда мои рейдеры? Я контрю. Он меня повалил, я его убил. Шприцы в меня вкалывай. Лутаешь? Бахай, бахай, бахай туда. Сачели у него были еще. Не. Шкаф слева. Убил его. Я кинул, зачем? Только не умри, Дим. Нормально? Да, нормально, я сдох, да, нормально. Тебе тип идет. По мне, по мне, по мне, по мне, я умер. Блять! Все, готов? Я жив. Окей, 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 давай дальше. Давай. Готов? Да, готов. Меня положили. Убил его. Хорош. Там есть лестница, ты можешь его полутать. Меня сзади убивают. Налево, налево, давай. Все, готов. Все, она сломалась. Найс. А есть, блядь, это? Что? Дай мне, блядь, я не могу вылезти. Лестниц нет у меня. Чувак, тут миллиард. Я шприцы крафчу нам. Выпусти меня, блядь, отсюда. Надо домой бежать за лестницами. Так, ходи пока. Что там, шкаф? Нет. Ящики. Может, дерево сейчас будет. Тут нет дерева. Короче, я домой пошел. Там два ящика компонентов. Найс, и тут, на лестницу. Спасибо. Разорался. Тут очень много топки. Тут сера есть. Шкаф, я так полагаю, вот за этой стенкой. Мы ее выбурить можем, если буры есть. Чувак, это вкусно. Мы можем, кстати, с ачелями дорейдить. О, привет. Ну, привет, ну нормально. А он ливнул, походу, на автомате. What the hell are you two doing? Остров себе мы отжали, а купили с этого рейда просто нереально. И свою цель на этот вайп я выполнил с головой. Метро мне просто нереально понравилось. Это лютейший фан. Hello, guys! Ха-ха! Минус 4! Смотри! Смотри, сколько у него! Прикинь, спускаются такие! Такие пацаны... Пацаны, я знаю новый путь, все хорошо будет, я вам отвечаю, пацаны! Дмитрий, могли бы записать комментарий мой? Да, да, да. Давай. Я надеюсь, вы это вставите в ролик, потому что... Мы метровские ребята, которые не подпускаем никого здесь. Это наш район. И вы все убиты Дмитрием Базука и Эндрю Потрошителем.